Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Виконт Эдмон Мари Феликс де Буалеконт, французский художник. Родился 28 апреля 1859 года из аристократической семьи. Родственник Эдмона де Буалеконта, который с 1819 по 1823 год был вторым секретарем посольства Франции в России. Я беру данные из переводной Википедии, данных практически каких нет, но вот то, что есть, я вам зачитываю. Первоначально получил юридическое образование, однако затем принял решение учиться живописи, после чего поступил в Парижскую частную академию Жулиана, где его учителем был Жан-Поль Лоран. С 1879 года Буалеконт периодически выставлялся на Парижском салоне, выставлял исторические и ориентальные картины. Некоторые исторические картины Буалеконта были посвящены событиям Вандейского мятежа. Был женат на Маргарите де Марбо, внучке военачальника и мемуариста Марселена Марбо. Сегодня его работы хранятся во многих ключевых художественных музеях провинциальной Франции – в Лиле, Лиможе, Руане, Сан-Лисе и По. Умер 18 февраля 1922 года в Париже. Но вот так немного данных, практически нет никаких о французском художнике Виконт Эдмон Мари Феликс де Буалеконт. Пока-пока, до свидания, смотрим картину.